из Санкт-Петербурга. Ему 24 года. Рост 186 сантиметров, вес 83 килограмма 950 граммов. Профессиональный рекорд 9 боев. 7 побед, 2 досрочно, 2 поражения. Представляющий бойцовский клуб «Сичфро» Олег Дадонов. И его соперник в красном углу. Боец из Екатеринбурга, ему 27 лет, рост 183 сантиметра, вес 84 килограмма 150 граммов. Профессиональный рекорд. 4 боя, 4 победы, 2 досрочно. Клуб «Архангел Михаил» Арсений Смирнов. Рефери Павел Тоус, Чехия. Fighters, free round, 5 minutes, unified rules. Fight active, fight fair, okay? Shake hands and good luck. Рефери дал заключительные наставления бойцам. Все готово к началу поединка. Ну, видим мы на экранах антропометрические данные бойцов. На 3 сантиметра выше Олег Дадонов и на 3 года моложе. Итак, первый раунд. Заметьте, какой такой поступью потихонечку начал подбираться к своему сопернику Олег Дадонов. Да, очень мелко шагает, он, значит, крепко будет стоять на ногах. Конечно же, оба бойца, я думаю, разбирали совместно с командой технику и тактику своих соперников. И, я думаю, больше будет делать ставку сегодня Олег Дадонов именно на работу в партере. Но нельзя скидывать его также неплохую работу в стойке. Да, конечно, без этого никуда в ММА. Попытка такого хайкика с дальней ноги была от Олега Дадонова, но он так просто показал этот удар и не стал его завершать. Пока что не очень активно работают бойцы, присматриваются они друг к другу, проводят такую разведку, пристреливаются. Кстати, в этом поединке изначально должен был против Арсения Смирнова выступать Дмитрий Арышев, но вот тут на замену, скажем так, тоже вышел у нас в этом поединке Олег Дадонов. Амплитудный левый боковой от Арсения. Начинает он так много делать. Отличный удар с развороту, но удается подхватить здесь Олегу Дадонову. И у нас первый тейкдаун. На спине оказывается Алексей Несмирнов. Сверху он очень, очень удачно Дадонов перевел своего соперника в партер. Оказался он сейчас на полпути уже в маунт. Вот скрестил ноги сейчас за спиной своего соперника Арсений. Пытается вязать его правую руку. Не отпускай. Пробуй. Тем не менее, пока что в положении сверху находится Дадонов. Начинает он изредка наносить удары. Так, снизу пытается работать Арсений Смирнов локтями. Постоянно, коротко, но достаточно опасные могут быть такие удары в плане рассечения. Ну а Олег Дадонов так мастит, пытается ближе подтянуть своего соперника именно к клетке. Да, но очень ловко от этого уворачивается Арсений Смирнов. Пытается он остаться в центре октагона. Не потерять преимущество возможности передвижений. Начинает сейчас выбрасывать типичные двоечки корпус-голова Олег Дадонов. Подсказывают Арсению Смирнову из угла активнее продолжать работу локтями. И поднимает у нас рефери бойцов в стойку. Чуть-чуть меньше 2 минут остается еще в этом первом раунде. И у нас бой продолжается в стойке. Попытка лоу-кика, но тут же сразу же входит в клинч Олег Дадонов, клинч у сетки. Момент, жди момент.
Удается, Олегу Додонову перевести в партер Арсения Смирнова. Да, подсекает он сейчас довольно-таки красиво. Все правильно. Минута осталась, давай. Контроль бьешь. Все правильно делаешь. Под конец пробуй ногу, я буду тебя показывать. Пытается сейчас обходить ноги Додонов, но Смирнов чувствует это и защищается. Между тем пошла у нас заключительная минута первого стартового раунда. Пока что больше позиционная борьба у нас идет в партере. Продолжает также потихонечку находиться сверху, но оказывает давление на своего соперника Олег Додонов. Между тем, пока ничего не удается выйти из этой позиции Арсению Смирнову. Тем временем пытается сейчас забрать на болевой прием ногу Олег Додонов. Удается Арсению подтянуться туда немножко поближе. Между тем, у нас концовка первого раунда. Мы слышим оповещение о заключительных 10 секундах. Попал несколько раз Арсений сверху. Да, очень эффективно он воспользовался тем, что сумел подняться на одну ногу и показал очень яркую концовку. А мы ждем следующую пятиминутку. Все, так и делай, как конец второго раунда. Ой, первого раунда, понял? Все правильно сделал. Молодец. Только не стой, не давай ему бить. Хорошо, все правильно. Раунд забрал. Молодец. Больше что рано ногу не пробовал. Так продолжается у нас поединок. Второй раунд. Напомню, Олег Додонов в перчатке с синим скотчем против Арсения Смирнова в перчатке с красным скотчем. Активнее начинают бойцы вторую пятиминутку. Но Арсению это нужно. Я думаю, именно вот здесь в стойке он имеет небольшое такое преимущество. Да, хотя достаточно хорошо тоже смотрится и Олег Додонов в стойке. Очень уверенно защищается. Да, тем временем в партере в прошлой пятиминутке мы увидели, что Додонову куда комфортнее. Да, и он это понимает и рвется снова в партер. Мы видим уже не первую попытку его захвата ноги. Хороший прямой удар. Вот тип от Арсения Смирнова. Сейчас мы была попытка перевода, но Додонова достаточно уверенно тут защитился Арсений, мы видим. Чувствует, видимо, Додонов, что на дальней и средней дистанции ему ловить нечего. Поэтому пытается он разрезать расстояние. Перестреливает его там Арсений. Да, много ударов выбрасывает, не успевает за ним эпизодами Олег Додонов. Помогает Арсению в стойке подготовка тайского боксера, и поэтому... Да, его именно бойцовский, именно бэкграунд ударника. Вот сейчас мы видели, достаточно эффектно Арсений вышел из положения в партере, кувыркнулся в сторону от своего соперника. Такой элемент из капуэйры. Больше предлагают раздергивать угловые. Арсения подсказывают ему из угла. Было сейчас несколько попаданий от Арсения. Снова попытка перевода в партера, мы видим, от Додонова. И она удается ему. Сверху оказывается в данный момент Олег. Посмотрим, сможет ли вновь подняться Арсений. И это было достаточно такой проблемой для Арсения в первом раунде. Посмотрим, сможет ли он что-то противопоставить во втором. Начинает наносить удары по голове Олег Додонов.
Локти начал подключать сверху Олег Дадонов. Ну а во втором раунде у нас еще очень много времени, предостаточно. Да, очень вязко работает Олег Дадонов в борьбе, поэтому время на его стороне в данной ситуации. Подсказывают Смирнову, как ему выйти из этого положения сейчас из угла. Да, угловые достаточно здесь близко находятся к той позиции, где сейчас бойцы в клетке. Но продолжает также находиться пока сверху Олег Дадонов. Пока ничего не дает он сделать Арсению Смирнову, не дает ему выйти из этого положения. И это, наверное, на руку, конечно же, Олегу Дадонову. Он понимает, что если их поднимут в стойку, то ему снова будет придется искать момента для перевода в партер. Да, поэтому очень плотно он зафиксировал Арсения сейчас в партере. Показывает такую активность вот этими своими ударами. Он и в то же время максимально старается не дать возможность Арсению выйти из этого положения. Несмотря на это, вот эти удары с левой рукой. Смотрите, была попытка. При каждом удобном случае Олег Дадонов готов перейти к приему. Как мы видели, это в концовке первого раунда, когда под самую концовку попытался перейти на прием на ногу тогда Олег Дадонов. Пытается сейчас Смирнов стряхнуть себя соперника, но очень быстро реагирует Дадонов на это. Занимает комфортное положение и не дает себя стряхнуть. Максимально на бочок, нет, куда не проворачивай. Левой рукой под плечо забрать и умную креветку сделать. Давай. Раз за разом так пытается сверху нанести удар локтем Олег Дадонов. Давай, Сенечка, не мешай, пожалуйста. Подвернуться. Все меньше и меньше времени остается до конца второго раунда. Тем временем подсказывают Арсению из угла, что не очень он должен хотеть работать в партере. Говорят ему: Арсений, вставай. Да, активно подбадривают его секунданты, но пока не может найти момента для этого Арсений. Но и те короткие, но в принципе очень опасные удары, которые выбрасывает сверху Олег Дадонов, привели, мы видим, есть уже определенные такие небольшие, но в то же время гематомы на лбу и в районе левой брови у Арсения. Да, очень плотно связал его соперник, отсюда обилие ударов. Пространство для работы есть у Олега Дадонова, он им пользуется. Второй раунд закончен. Бойцы расходятся на перерыв. Третий раунд, третий заключительный раунд в этом поединке. Напоминаем, весовая категория до 84 килограммов. Арсений Смирнов, город Екатеринбург, он представляет. Олег Дадонов, город Санкт-Петербург. Пока что так, если посмотреть на две предыдущие пятиминутки, у Олега Дадонова лучше получается реализовывать свой геймплан. Да, он переводит, ему удается переводить в партер Арсения. Вот как в данный момент он снова пытается это сделать. И оттуда уже очень тяжело, пока ни разу не удалось выйти беспрепятственно Арсению. И снова удается перевести в партер Олегу Дадонову. Арсению нужно вставать и перестреливать соперника в стойке, а у него это не получается. И отсюда все проблемы. Пока, да, не то, что не получается, а именно не дает ему здесь это сделать как раз-таки Олег Дадонов. Но вот, смотрите, удалось в этот раз подняться Арсению. Будет ли он что-то делать? В свою очередь, как бы,
Олег Дадонов находится в таком положении, что, в принципе, ему что-то изобретать не нужно. У него были успешные моменты в первом и во втором раунде. И он продолжает пытаться именно действовать той тактике, придерживаться той тактики. Да, очень хорошо гнет свою линию Дадонов. Нужно сейчас разрывать клинч Арсению Смирнову, что он и пытается сделать. Очень крепкий захват у Олега Дадонова. А вот уже перевод в партер был от Арсения, но он ушел. Тут не стал дорабатывать, не попытался. Вот сейчас нужно пользоваться своим шансом Смирнову. Нужно работать в стойке очень активно. Это его сильнейшая сторона. Ну, отлично, левый боковой от Арсения. Попытка снова этого удара с развороту, который он пытался нанести в первом раунде, но и после которого... Также тогда Олег Дадонов смог перевести его в партер. Да, слишком сильно рискнул в стойке сейчас Смирнов. Опять упустил свое положение. Поверил, да. Здесь, видимо, Арсений попытался обмануть своего соперника, но был на чеку Олег Дадонов. Мы видим, есть такая уже гематома на лбу у Арсения. И это, я думаю, как раз-таки следствие вот тех ударов локтями, которые наносит так коротко, но очень жестко и очень точно Олег Дадонов. Очень сложно Арсению вырываться из положения снизу. Активно он пытается мастить, но очень цепок Олег Дадонов. Коротко, но мы видим, раз за разом пытается вот тут нанести сверху удар то локтем, то предплечьем Дадонов. И снова наказывается сверху боец из Санкт-Петербурга. И... пытается максимально не дать возможность подняться в стойку своему сопернику. И пока Арсений снова оказывается здесь на спине, не удается ему пока выйти из этого положения. Он практически связан Олегом Дадоновым, лишает его пространства абсолютно всякого в борьбе Олег Дадонов. Вяжет его, да, показывает минимальную такую активность и продолжает находиться в удобном, комфортном для себя положении. Сейчас чисто теоретически может попробовать Дадонов забрать шею. Абсолютно открыта она у Арсения. Но здесь не зафиксирована спина ногами у Олега Дадонова. И одними руками, возможно, это будет очень тяжело сделать. Пытается правым локтем с развороту попасть Арсений по сопернику, но на чеку. Огрызается Смирнов. Дадонов. Надо левую руку достать и завести за таз ему сейчас. Попробуйте. Активно подсказывают угловые Арсения, но пока ему не удается сделать то, что они от него хотят. Да, очень интересные вещи они ему предлагают делать. В текущем положении, мне кажется, это очень сложно. Ведут сейчас Арсения по времени, подсказывают, что остается тем временем всего лишь уже 40 секунд от этого поединка. Да, и у нас уже подходит к концу действительно заключительный третий раунд. Сейчас поднимается на ноги Арсений Смирнов. И удается снова Олегу Дадонову перевести этот поединок в партер. Оказывается, он снова сверху. Да, очень комфортно себя чувствует Дадонов в сайт-контроле практически. Да, львиную долю этого поединка он провел в таком положении. По-настоящему вязкий такой борец Олег Дадонов. Концовка третьего раунда. Сирена. И да. Ждем судейского решения в этом поединке.